Ивановские паралимпийцы завоевали 4 золотые медали и 1 бронзовую на чемпионате России по русскому жиму. Состязания среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходили в эти выходные в Москве. Задача участников турнира сводилась к тому, чтобы поднять штангу определенного веса максимальное количество раз в течение 5 минут. Ивановец Николай Шарин штангой весом 100 килограммов сделал 21 повтор. А с 75-килограммовой штангой спортсмену удалось сделать 50 жимов. В итоге на счету спортсмена 2 золота. Еще 2 высших награды завоевала Татьяна Маева из Родников. Виктору Ульянкину досталась бронза.